Долго мы думали, как на даче забор из рабицы сделать менее просматриваемый. И что мы придумали? Мы придумали вот такие вот полоски. Это металл. Из этого металла делают профнастил или металлочерепицу. Нам нарезали много таких полосок, 4,5 сантиметра. Вот мы их продеваем через две ячейки. И получается даже очень интересно и красиво. Забор продувается. Забор эстетичный, ровный. В интернете есть, как делают из пластиковых полосок, а мы сделали из металла. Надеемся, что он нам будет долго служить. Вот такой вот забор получился.